В районе поворота на Вольно-Надеждинская не основной поворот. Столкнулись три машины. Nissan Tiida, Toyota Litais и Mercedes. Авария случилась утром. В результате ДТП одна из машин сошла с трассы. Водители в ДТП не пострадали, общаются с сотрудниками ГИБДД, вспоминают, как все случилось. Три автомобиля двигались в разных направлениях. Nissan Tiida ехала из Владивостока в сторону Уссурийска, планировала повернуть на Вольно-Надеждинское. Из Уссурийска на станцию Весенняя шел Mercedes. Toyota Litais двигалась из краевого центра в Тавричанку. А в районе поворота на Вольно-Надеждинское машины сошлись в схватке. Я заворачивал вот в этот поворот. А куда ведет этот поворот? На Надеждинск. В Владивосток ехал. И почувствовал удар, то есть меня потащило. И с этой полосы вытянуло сюда. А здесь я просто даже не понял, у меня машина вот эта, Mercedes белый, в капот врезался и все, и улетел. Угу. Вот, как-то так. Кто-то пострадал, а то вот вроде как информация была, что здесь есть пострадавшие. Нет, пострадавших нет. Хозяин Nissan уверяет, кашу заварил рулевой Микрика. Litais догнал Tiidu, от удара ту выбросило на встречку, где Nissan столкнулся с Мерседесом. В результате седан сошел с трассы и окунул пол кузова в кювет. Хозяин Микрика свою вину не отрицает. Был туман, вот. Двигался я с Владивостока в Тарельчанку. Вот. Я его заметил, но уже было поздно, потому что съехал с такой не с очень маленькой скоростью. Начал тормозить, а уже здесь что поздно. Ну и стукнул его. Владелец Мерседеса признается, что ехал с допустимой скоростью, ничего не предвещало беды. Видел Tiidu, планирующую повернуть на Вольно-Надеждинское, а дальше все как в тумане. Удар, звездочки в голове, очнулся, а его машина в кювете. Передо мной еще серенькая машинка ехала. Ну и все, и потом резко удар. У меня вот музыка тут стоит. У меня об этот динамик от удара оглушило. И все, я здесь. Я так понимаю, раз вы целый здесь сидите, то медицинская помощь вам не потребуется? Нет. Ну, я как бы в шахте как бы сидел, получается, ударился, я не знаю, вот если спортом занимались, да, там, когда пропускаешь удар, звездочки, вот что-то подобное такое вот. В результате ДТП машины получили повреждения различной степени тяжести. Меньше всех досталось Микрику. Сотрудники ГИБДД начертили схему аварии, попросили ее участников убрать разбитые авто с дороги и прибыть в местное отделение госавтоинспекции. Водители кивнули головами. Отрадно, что когда случаются дорожные драмы, автомобилисты приходят друг другу на выручку. Так водитель Мерседеса не смог самостоятельно вытащить авто из кювета, на помощь пришел виновник аварии, рулевой Микрика. С помощью троса вытянул седан из маленькой канавы. Три автомобиля не утратили способность к самостоятельному передвижению.